если американское правительство не снабдило их данными по новичку, то могли использовать вот именно формулы моей книги. На основе формул можно, там химики очень хорошие, конечно, синтезировать вещество, потом изучить и получить их масс-спектры. Когда имеешь масс-спектр уже, определять вещество можно почти 98% вероятности. Это не должна быть большая доза. Это не нужно быть там, чтобы, например, как для уничтожения тараканов, допустим, пуляешь. Здесь можно чуть-чуть, этого достаточно, тем более два человека там. Даже около них этого можно сделать, не направляя на них. Около них где-то. И это потом самого надо избежать. Этого достаточно. Около них. Эта концентрация будет достаточной их поразить. Но, видимо, концентрация была не летальной. Они остались в живых. И, видимо, хоть и поздно, но дали им антидоты. Может быть, атропин, может, афин. Афин неплохо действует. Это их спасло. Но, увы, после поражения новичком очень трудно сказать, что они будут нормальными.